меня уже так, для 30 собак, для кормежки так. Ну, где-то на месяц я уже собрал прокормить 30 собак. Ну и более там. Так. Ну еще до сентября далеко. Так что сейчас я в первую очередь, мне надо на велосипед собрать. Думаю, вот этот накроется. У меня велосипед, ну, хватает на поллета, можно даже сказать. Я это вот так стараюсь беречь. Ну, металл пока не сдаю. Почему? Потому что от металла у меня быстро эти велосы в дребезги разлетаются. Ну, просто я потому что, ну, гружу по 50, да я еще, ну, где-то по 70. Это каждый раз по 70 килограммов мой велосипед терпит. Ну, я его могу изнахратить даже, вот если металл буду возить, в полном смысле за неделю. Он просто-напросто, все, наверное. Вот говорят у людей, о, там, 5 лет, ну, велосипед, он, вот я сколько спрашиваю, 5 лет, одно башмаки там, то правильно, он поносил там чуть-чуть, все, у нас башмаки стоят, там у него же там много башмаков, также и велосы, он покатался чуть-чуть, а я же ежедневно, вот мне вот, спидометры тяж какие-то дурацкие, я их не понимаю, в этих спидометрах. Они какие-то электронные, там все сбивается. И то, а мне такой надо, хороший электронный. Ну, то, сколько я в день вообще наматываю на велосипед? Ну, я наматываю в порядке. Уезжаешь где-то с утра, и вот к вечеру прилетаешь. Объезжаю все. Туда. Мне уже... Так, надо на Пушкинскую скоро уже ездить, потому что здесь все, ну, мало места мне уже. Мне надо большой объем, надо, чтобы, ну, нормально все. А деньги у меня так, если вот так разобрать, у меня большинство на пиво, на вино. Я вот вино хорошее люблю.